Физическая активность защищает женщин от развития рака матки, считают ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в США, сообщает портал о здоровом образе жизни «Здоровая Россия». По наблюдениям ученых, у женщин, которые занимаются фитнесом хотя бы полчаса в день, на треть реже проявляются онкологические заболевания матки. 30 минут фитнеса каждый рабочий день – это минимальная активность, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения. Тем более, что танцы и ходьба – это тоже фитнес. При этом наиболее защищенными от развития опухоли оказались участницы эксперимента с нормальным весом, индексом массы тела менее 25 единиц. По мнению ученых, для эффективного предотвращения раковых опухолей женщинам надо оставаться физически активными на протяжении всей жизни. Опухоли шейки матки – это один из видов рака, в лечении которого достигнуты в последнее время значительные успехи. Данная локализация является видимой, то есть женщина, посещая гинеколога, может получить информацию, имеется ли у нее какой-то проблема, имеются ли какие-то предопухолевые заболевания, имеется ли злокачественный процесс. В последнее время доказана роль папилломовирусной инфекции в развитии рака шейки матки. Существуют онкогенные вирусы, воспалительные заболевания, какие-то присоединяются, внедряются в клетку и способствуют развитию сначала предопухолевой патологии, а потом и злокачественного процесса на шейке матки. А в группе риска это женщины, имеющие ранее начало половой жизни, это женщины, часто меняющие половых партнеров, женщины, страдающие заболеваниями, передающиеся половым путем, и женщина, имеющая иммунодефицит.